Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня я буду готовить лечо из болгарского перца. Для приготовления нам понадобится болгарский перец, морковь, лук, помидоры, растительное масло, соль, перец, уксус и сахар. Для начала подготовим болгарский перец. Хорошо помоем его и удалим семена. Чтобы блюдо было более интересным, рекомендую взять болгарский перец разных цветов. Очищенный перец разрезаем вдоль на несколько частей. Складываем в отдельную миску, потом мы их будем обжаривать. Две головки репчатого лука режем полукольцами, а две моркови трем на крупной терке. Спелые красные томаты необходимо помыть и удалить плодоножку. Чтобы легко удалить кожицу, делаем надрезы вдоль и поперек и опускаем сначала в кипяток, а потом в холодную воду. Затем легким движением просто снимаем кожицу. Теперь все помидоры необходимо нарезать мелкими кубиками. Репчатый лук немного обжарим на растительном масле и добавим к нему морковь. Все вместе обжарим до мягкости и добавим измельченные помидоры. Теперь все вместе перемешиваем и тушим при закрытой крышке на среднем огне 10 минут. Тем временем на растительном масле обжариваем болгарский перец с обеих сторон. При обжарке будьте аккуратны, так как в перце содержится много воды, масло может брызгаться. Выкладываем обжаренный перец на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. В получившийся соус добавляем соль, перец, столовую ложку сахара и 2 столовые ложки уксуса. Выкладываем весь перец в соус, перемешиваем и тушим еще 10-15 минут. Вот так у меня получается очень вкусное лечо из перца, которое можно подавать как в горячем виде, так и в холодном. Также вы можете законсервировать его на зиму. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал овкусе.ру. Жду ваши комментарии, пожелания и предложения. С вами была Евгения. Пока-пока!